Это мой первый сазан, кстати. Вот такой вот. Это было круто. Выплыл, короче, пораньше. Может быть, сейчас на Нуру поеду. Посмотрим. А, во-первых, ветер сильный, холодно. Ну как холодно, перчатки, видите, ну, дырявые руки замерзли. Греться нужно. Так что я влазю на берег. Это была крутая подводная охота, блин, вообще просто. Все, всем спасибо, на связи. Привет, это мой трофей. Это мой